Привет, это Советский район. Это Игорь Игоревич Языковский, который захотел стать депутатом в Советском районе. Вы советский человек, Игорь Игоревич? Да, я полностью советский человек. Вам нравится название вашего района? Конечно, конечно, безусловно. Во-первых, здравствуйте. Спасибо, что позвали. Спасибо, что задаете вопросы. Хотелось бы ответить на все заданные. Где ваш округ, чтобы всем стало ясно? За вас заголосовать или просто поддерживать? Наш округ... Весь советский район, но в частности я буду представлять и АБГЭС, ЩА, Нижнюю Ельцовку. То есть часть АБГЭСа? Конечно. Нижнюю Ельцовку, да, ЩА весь, да. Или часть ЩА? Чаще. Ладно. Ну вы узнаете, округа будут нарезаны и будете... Это округ номер? Предполагается, что будет округ номер 36. Городской совет или в областной? Нет, в законодательное собрание. Законодательное собрание? Да, вы хотите, да, стать законодателем? Совершенно что верно. Вы понимаете в законодательстве? Я понимаю, я профессиональный юрист. По первому образованию инженер-строитель, закончил военное училище. По второму образованию я юрист. Закончил Новосибирский государственный факультет Томского государственного университета. Как юрист, вы участвовали в голосовании по изменению в Конституцию? Конечно, конечно. И ваш выбор? Полностью поддержал. А что вы говорите там? Вот некоторым не нравится, что Путина продлили, обнулили. Вы знаете, Путин человек. Мы голосуем за свое будущее. Будет ли он в дальнейшем, не будет в дальнейшем. Это его выбор. И нас тоже этому выбору лишать нельзя. Зачем вы, юрист, идете в политику? Я понимаю, что сейчас создалась такая уникальная ситуация, когда в городе Новосибирске и Новосибирской области практически политической системы как таковой нет. Ее демонтировали нагло, публично. И причем демонтаж данной политической системы прошел не сейчас, а прошел пару лет назад, когда состоялся сговор между верхушкой коммунистической партии во главе с Лаптем и Единой Россией. Я считаю, что произошел по-настоящему слом политической системы, которую мы привыкли... как лучше помягче сказать? Помягче сказать сговор. Ассоциировать с борьбой политических партий, с противостоянием, с тем, что каждая политическая партия выступает со своей программой, со своей идеологией, со своей философией. И после этого уже избиратель... дает предпочтение той или иной партии. Что получилось в нашем случае, когда две, по сути, антагонистические партии пошли в сговор с другом? Я даже не знаю, как это назвать. Ну, я подбирал разные выражения. На мой чисто субъективный взгляд, за который я готов ответить, перед нами развернулся акт политической педерастии. Я прям точно говорю об этом. Если кто-то... Это юридически выверенный термин? Нет, я говорю, это мое субъективно. Такого термина нет, понимаете? Можно сказать еще Владимир Ильич Ленин в фильме, образ Владимира Ильича Ленина, еще в фильме «Октябрь», когда мы помним с детства, когда его смотрели, когда он называл своих политических оппонентов, не оппонентов именно, а своих как бы соратников политическими проститутками. Но в этом случае, который у нас был, это не работает. Это именно, что две антагонистические партии вступили в сговор. То есть практически нет у нас политических... Подождите, а вы что, гомофоб? Вас люди такой этой ориентации, вам они не нравятся даже в политике? Вот в политике тем более. Так пусть живут себе. У нас это не запрещено. А вот насчет политики, это да. Как они пойдут к избирателям? С какими требованиями? С какими идеями? С какой философией? А когда верхушка одной партии, я прям могу назвать, что это верхушка коммунистической партии, вступает в сговор для того, чтобы... Вступает в связь. Связь, можно сказать, публичную причем, для того, чтобы остаться у власти в городе, и граждане это все видят, я называю это только так.
Что ж, такое впечатление, что вы готовы сказать, мол, мужиков во власти не хватает? Или там настоящих, а женщин? Если во власти нет мужиков, женщин, то есть власть, она одна, она представляет все свои населения, я вот так считаю. И более того, говоря о политической системе, какую сейчас политическую систему представляет нынешняя партия? Кого они ассоциируют? Какая у них философия? Кто у них электорат? Мы, как партия Родина, практически остались единственной партией левого толка. Мы считаем себя левыми консерваторами. И потом мы за то, чтобы каждая из партий представляла исключительно свой спектр политического пространства у нас. А когда идет сговор, когда смывается все различия между партиями, то уж извините, какой выбор у граждан? Только лидеры, вот как у нас партия Жириновского, мы знаем, что это ЛДПР, подразумеваем партию, подразумеваем вождя. Что у нас коммунисты? У нас, в принципе, аморфная масса. Мы здесь кого представляем? Коммуниста Локтя? Чем же хороша партия Локтя? Оговорился. Чем же хороша партия Родина, о которой вы говорите? А у нас четко имеется программа. А программа, мы ее неоднократно уже представляли на суд на наших избирателей. В прошлом году, когда наш кандидат непосредственно представлял наши идеи, но они не дошли до... Вы говорите о выборах мэра? О выборах мэра, да. Кто был ваш кандидат? Сафиуллин. Понятно. Ну, большого успеха он не снискал? Не снискал, но те идеи, которые были высказаны, они остаются актуальными. Хорошо, идеи идеями, вот предположим, в Советском районе вас выберут депутатом законодательного собрания. Ваше первое предложение на первой сессии? На первой сессии принять проект будущего. У нас разработан план, конкретная программа, что мы хотим видеть в городе, в области. И мы бы... Это уже детали. Вы же меня спрашиваете в целом о той политической системе и о том, что должен делать депутат. Он должен представлять интересы своих избирателей. А какие интересы представляют сегодняшние депутаты? Вы можете сказать? Вы хоть понимаете о том, что если любого сейчас спросить о том, кто ваш депутат и какая у него программа, какие у него обещания, разве вам это скажут? Конечно, нет. Потому что никто не знает. У нас голосуют как? Ну, знаем человека, мордочками все обклеили. Вот этого знаем, потому что на узнаваемость работаем. А программы, кто у нас про программы депутатов, кандидатов, депутаты читает, мои дорогие? Никто. А почитайте обещания предвыборные. Кто-нибудь сейчас вспомнит, какие обещания давал? Кто отдавал? Кто? Посмотрите, мэр, что он давал? Ничего не давал. Он просто его выбрали, вроде того, ну, сделал что-то. А кого больше? Все. Примерно то же самое. А кто действительно дает какие-то обещания, кто по большому счету говорит о том, что давайте изменим жизнь в лучшую сторону, мы их не слышим, потому что кто бы им дал бы эфир, уважаемые мои. Ханов Тимур, я дам эфир кандидатам, которые захотят высказать свою позицию, а про Игоря Языковского вы запомните, это тот самый, который против политической педерастии. Спасибо.